1 января 2021 года до 1 января 2027 года вступают в силу новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей. Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с постановлением, работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться, иметь личную медицинскую книжку. При нахождении детей в образовательных организациях более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. В случае возникновения групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение 2 часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и начать профилактические мероприятия. Расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов. Для предупреждения переутомления в течение недели у учащихся должен быть облегченный учебный день в среду или четверг.